Место для уличной программы фестиваля выбрано идеально. Выступления в пешеходной зоне дорога храма идут буквально у Троицы, практически у стен лавры. Сцена на бульваре лишь условно очерчены на земле круг. Декорации только те, что можно унести на себе. А быть зрителем на таком представлении значит участвовать в нем. Это местами смешной, местами сентиментальный, вместе с тем довольно глубокий спектакль, разыгрываемый тремя актерами. Дверь в нем – театральная метафора многогранного, противоречивого современного мира. Уличные представления двери – это череда эпизодов из жизни людей любой страны. В нем показываются проблемы, понятные для любого зрителя, на каком языке он бы ни говорил. Ведь этот спектакль актеры играют в разных странах. Слепок современного русского человека, россиянина такого. Так нам казалось, по крайней мере, с его комплексами, с его какими-то чаяниями, со страхами и с мечтами. Вот такое получилось. У вас вроде бы нет такого уличного движения, да, но... Публика оказалась понимать язык уличного театра, потому что он несколько отличается от традиционного. И она все приняла очень хорошо. Соседи, свадьба, портрет – это такие ностальгические вещи для памяти каждого человека. Актеры – маленькие люди, которые не могут вырваться из круговорота суеты своей жизни. Небольшой конфликт между соседями из-за пустяка может перерасти в сумасшедший дом и всех сметает в хаос. Главная особенность и изюминка уличного спектакля в импровизации актеров и более близком контакте со зрителями, которые невольно становятся участниками представления. Ну, какие-то вещи добавляются, какие-то убираются, это да, естественно. Причем мы можем даже не сильно советоваться по этому поводу. Ну, так, слегка мы перед спектаклем соберемся, что-то поговорим. В любом спектакле бывает импровизация, мы же живые артисты. И это хорошо, когда она, происходит. Конец спектакля напоминает деревенский праздник, накрытые столы, где все общаются, и актеры как будто растворяются в своих зрителях. Все, что есть в вас, все, что есть во мне, и все, что может быть, вот в этой сказке под названием «Двери», это все и есть я, это все и есть он, это все и есть мы. Ирина Самойлова, Татьяна Трушкина, Сергей Власов, «День города».